друзья, вы знаете, что мы отдыхаем в отеле Sirius Deluxe в Тюркле. Ну и поскольку сегодня немного пасмурная погода, вчера мы гуляли, ходили по магазинам, и многие из вас хотят знать цены на кожаные сумки и вообще на сумки. Поэтому вчера мы проходили мимо кожаного магазина, и сегодня я решила сделать обзор на этот магазин и показать на примере этого магазина цены на кожаные сумки. Где мы сейчас находимся? Вот вы видите за мной отель Sirius Deluxe. Вход в отель. Также около меня находится отель White Gold. И с той стороны находится отель 1. Поэтому, если вы будете в каком-то из этих отелей отдыхать или где-то здесь поблизости в Тюрклере, также можете прийти в этот магазин. Я оставлю ссылку на карте Google. Ну а сейчас давайте пройдем в магазин и посмотрим, какой у них есть ассортимент, цены и виды сумок. Друзья, этот магазин принадлежит Сезин и Рамазан Бэю. Она говорит по-русски, поэтому вы можете приходить в магазин, и весь сервис будет на русском языке. Это не составит никаких неудобств. А сейчас давайте пройдем в магазин и посмотрим, какие у них виды сумок, что есть, и самое главное, какие цены на кожу и на кожзаменитель. Сезин, в вашем магазине какого рода сумки есть? Женские сумки, кожзаменитель, кожаные сумки, кошельки. Разного типа. Ага. В общем, сумки разных видов на любой кошелек, да, бюджет. Бюджет у нас недорогие, можно и за 10 долларов, за 20 долларов купить. Кожаные? Нет, кожаные у нас от 30 выше. От 30 долларов? Да. Цены на кожу от 30 долларов, кожзаменитель от 10 долларов? Да, от 10. Угу. Ну, давайте посмотрим, что у вас есть. Это у нас кожа-заменитель. В какую цену, например, вот эта вот сумочка? Это у нас 35 долларов. 35 долларов. Кожа-заменитель. Ну, кстати, как они по качеству? Качество очень хорошее. И гарантия даются на эти сумочки. Гарантия. Сколько гарантия? 2 года гарантия. 2 года. Ну вот видите, друзья, тут смотря по швам, достаточно хорошее качество, да, кожезаменители. Вот эти вот сумки, например. Они тоже вот 345 долларов стоят. Качество очень хорошее, производство Стамбул. Турецкое. Да, турецкое, но марка другая, конечно. 45 долларов. Так, есть, я вижу, у вас спортивные. Спортивные сумки тоже есть, через плечо рюкзачки есть у нас. Вот такого плана сумки. Они у нас тканевые, они у нас от 10 долларов начинаются, 10 долларов. А, слушайте, для пляжа они классные, для лета, да? 10 долларов. И пляжные сумки тоже есть у нас большие. Это вот мужские сумки. Мужские. В виде кошельков. Да. И, например, вот такие вот тоже. От 10 долларов тоже начинается. Ага, вот такие вот, видите, мужские от 10 долларов из ткани. Не кожа, даже не кожа. Не кожа. Угу. Есть вот кожаный портмон, тоже мужские кожаные портмоны. 25 долларов. 25. Это уже кожа. Это уже кожа. Вот такие вот портмоне. Разных размеров разные, они, да? Размеров, да. Разные. Разные цвета. Цены вот 10 долларов. Да. А, шапки. Это кожаные, да? Это кожаные. Марка машины у нас. Ага. Сколько они? 25 долларов. 25 долларов шапочки. Слушайте, классно. А цвета только черные? Только черные. Только черные. Боковыми? Только черные. Кожаные. Женские кошельки. Женские кошельки, кожзаменитель, это, да. Кожзаменитель 10 долларов начинается. Кожзаменитель от 10. У меня, кстати, такой вот есть кошелечек. Очень удобный. Сюда все помещается. Сюда паспорт нет, не поместится, паспорт, да? Нет. Можно что-то чуть-чуть. Ну, это, по-моему, паспорт. Вот сюда влезет паспорт. Повыше. Тоже вот новые модели эти у нас. Ага. Кожезаменитель. Сколько вот эти вот кошелечки? 10 долларов. 10 долларов кожезаменитель. Слушайте, они как маленькие сумочки такие, да? Сюда можно и денежку положить, и отельную карточку положить, да. Так, здесь уже побольше косметички. Косметички. Они в какой цене? 15 долларов. Тоже кожезаменитель? Да, кожезаменитель.
Ну, косметички такие классные, да. Они хотя бы дольше будут держаться всем, угу. чем вот эти пластиковые да. тряпочные, да? Здесь у нас начинаются сумки, кожзаменитель тоже. Ну вот, например, в какую цену вот такая сумка? Например? Вот это у нас $20 будет. Ага, они такие это большие. У нас $35, да, 35. Они как трансформеры, тут можно и... Это новый форме. Сезон? Да, это новый. Вот модель. Эти классные модельки. Это тоже кожзаменитель? Это кожзаменитель тоже. Так, здесь тоже кожзаменитель. Наверху сумки они спортивные. Ткань, да, спортивные сумки. От $10 тоже начинается. И вот эти тоже сколько? 25? Они $45. Новые модели. Вот эти вот очень классные, с ними путешествовать. Вот эти сумки большие тоже. Сколько они? Они $25. Большие, да? Угу, 25. Да. Ой, классные вот эти особенно, да? Летом. Слушайте, как они вообще носятся по качеству? И качество очень хорошее. Сколько килограмм она выдержит? 35 килограмм выдерживает. Еще ремень есть, чтобы через вот сюда плечо, цеплять. Да. Ага. И сами они легкие. Слушайте, кто много путешествует, вот эти сумки самые это, потому что чемоданы сами весят угу. много, да? Да. А эти сумки вообще? Полтора килограмма ага. сумка весит. Да мне кажется, меньше. Она же совсем тоненькая. Ну, в общем, выгоднее с ними ездить, чем даже с чемоданом. Классно, 35. Сколько она была? $25, да? $25. Ой, вот эти вот тоже классненькие такие. Да? Тоже это... новая модель, да. Ага. Это как рюкзак? Нет. Это как... сумочка. Можно и так, и можно и большую. Большую, с большим ремнем пользоваться через плечо. Интересно. Без марки, без как вот этот хорошо. Вот этот кожезаменитель носится? Качественно, хорошо? Качественно, до 40, минус 40 градусов удерживает. А, минус 40. Вот кто живет. Вот. Сегодня кто-то писал из подписчиков в Якутии, до сих пор минус 14. Вот, да, вот это. Вот это сам. И цвета такие классные. Черные вот джинсы. Ну вот это вот тоже здорово. А, они под джинсы сделаны. И самое интересное у нас здесь начинается, здесь у вас кожаная, кожа, да? Да? Давайте по коже поподробнее, потому что очень многие хотят кожу и знать цены. Хорошо. Самая минимальная цена, какие сумки стоят меньше всего? Наверное, вот эти, да, самые вот дешевые? Вот эти они у нас от 45 начинаются, вот это они у нас 35, вот эти 45. Вот. $45. Угу, вот этот вот 45, это 35. $35. Угу. У меня, кстати, была такая сумка, и я ее носила, наверное, года 3. Ну, хорошо. И с ней вообще ничего не было. И они такие очень удобные, вместительные, яркие такие летние. Ну, классные. На лето очень хорошо. Да. Вот эти вот 45. Полностью все здесь кожа, да? Слушайте, классненькие. Какие цвета есть? Оранжевый. Ой, покажите оранжевый. Такой прям яркий, красивый. Ага. Ой, супер. Друзья, смотрите, какая классная. Айхан, будет буринг, чулки зелья. Посмотрите, можно вот так вот носить. На когда? 45. Как даже делал? $45. $45. Слушайте, классно. О, дэри, дэри, ну? Дэри, дэри. Теперь более дорогие сумки. Ну, например, вот это тоже кожа, да? Это у нас, да, кожаная. Посолиднее такие. Вот, например, такого плана. Это у нас $80. $80. И это тоже все кожаное? Да, кожаное. Да? Через плечо тоже ремень есть. А, есть еще ремешок. Задний кармашек тоже есть. Ну, я очень люблю такие яркие это всякие. Кожаные. Супер. А вот это сколько? Это уже не кожаное. А, это не кожаное. Поставили сюда. Ага. Но все равно классное. Так, на этом стенде, ну вот, например, вот эти это сумки. Это у нас $90. $90. Да. Вот эти? Они $80. $80. Ну и вот эти верхние почем? Вот это по 110. И вот эти 110 долларов. Слушайте, они подороже. Почему они идут подороже? У них кожа потолще, да? Потолще кожи и... Качество, еще лучше качество. Есть кожа? 110. $110. $110. Есть цвет бордовый, черный. И вот такой вот универсальный, да? Под угу. все он подойдет. Слушайте, классненький, да. А такая мягкая прям. Качественная чувствуется. Есть вот такие. Мужские и маленькие. Вот эти сумочки почем? $25. $25.
Вот такие, кстати, у меня тоже раньше были, они очень хорошо носятся. С ним вообще ничего не происходит. Классные. Ага. Вот это тоже такие более молодежные, да? Белые. Вот эти почем? Они 80. $80. Угу. Вот эти? Они $100 стоят. Они. Ага, $100. Вот эти вот выше? Выше они по 150, по-моему, лечили. Желтенькая, по-моему. Желтенькая, да, $50. Ага. Вот такого плана? Это $100 тоже. $100. И оно, понятно, кожа, они для любого климата подойдут, ничего с ними не будет. Классно. Ну вот такие вот яркие летние варианты, да? Ну, кстати, опять. Они очень хорошо продаются. Ой, вот это классно. А вот это сколько? Это у нас $70. $70. То есть, друзья, вы видите, цены здесь такие хорошие. Недорого. И качество, потому что я покупала много разной кожи. И качество очень-то очень хорошее здесь. То есть прям швы ровные. Швы ровные, ничто нигде не потерто. Очень классно. Те, кто без маты ищет, вот без маты. Без маты все различают. Ага. Вот особенно, да. Кто не любит всякие марки, точно, вот это вот очень хорошо, потому что я тоже не очень люблю с марками. Классные. Ага. Кто любит такие красные цвета, да, я. Вот это тоже кожа, да? Нет, это уже не кожа. Да, вот эта часть только кожаная. Ага, вот это все кожаная. Вот это кожа? Нет, не кожаная. Это уже кожа заменитель. Так, что здесь еще есть интересного? Это уже не кожа. Ну вот не кожа, кожа-заменитель. Сколько они примерно стоят? Вот это эти? У нас $45. $45. Шанель в основном очень хорошо продается для молодежи особенно. Ой, она легкая такая. Ну, и Диор вот такой вот тоже есть. Молодежь хорошо покупает. $45 она, да? Слушайте, классно. Розовенькие вот такие всякие. Они разные. Вот эти вот, они все из Стамбула. Там выделилась чисто турецкая марка. Ага, а какая это марка турецкая? Атила Джеби, по-моему. Атила Джеби. Арадия да. Какая-то. Аркадия. Аркадия ведь тут мало. Турецкая марка. И марка. В общем, друзья, смотрите, здесь есть вот такая вот турецкая марка. Вот это тоже, тоже, да? Тоже. Вот эти тоже они все. Это марки. Ой, слушайте, вот это, кстати, я слышу первый раз. Кто не любит покупать подделки, а хочет оригинала и хорошего качества, марка Аркадия турецкая. И марка, Майхан? И марка. Чок и марка. Айхан, видите, тоже говорит, очень хорошая марка. И почем вот эти сумки? Они 50. То, что турецкая чистая марка, по $50. А марку. $50. Айхан говорит, что они производят сумки уже более 60 лет. Слушайте, ну вот это вот классно. Вот эти вот, и видите, есть разные расцветки, модели. Что-то вот новенькое для меня тоже, такого вот плана. Кто любит, например, что-то яркое, можно вот такую вот розовую сумочку, да? Для женщин постарше. Вот эти вот вообще классно смотрятся, серенькие. Ага, черный вариант. Вот такой вот тоже модели есть. А, это тоже. Вот это же марка Аркадия, да. Смотрите. Такого плана. Они в какую цену? Тоже так же. $50. $50. Здорово. $50. А то говорят, что в Турции все подделки. Вот это же марка, да? Тоже. В общем, друзья, супер. Я для себя тоже узнала сегодня что-то новое, интересное. Марка Аркадия. Хорошего качества. Если Айхан... А, вот здесь еще они есть. Да, они вот. Тоже. То есть, если Айхан сказал, что это качество, то это значит, правда, качество. Вот такие тоже вместительные двухсторонние сумочки. И они тоже по $50, да? Вот смотрите, как... Слушайте, такие классные. А. Мы же как? Мы поддерживаем всегда турецкого производителя. Поэтому посмотрим швы. Да, хорошего качества, слушайте. Здорово. А они бывают кожаные или они только кожзаменители? Кожзаменитель. Кожаных нет у них сумок? Нет, пока нету. А, видите, кожаных сумок они не производят, у них только кожзаменитель. Ну, кожзаменитель тоже качественный. Есть вот такие вот сумочки тоже. Угу. Вот такого плана, с двумя отделами. И такой цвет еще. Классный, да. Ну, а это кто любит марки. Вот такие? Они сколько стоят, вот эти сумки? Они по $35. $35. Да. Угу. А вот это что за марка? Это тоже турецкая? Тоже, да,
турецкая, это же марка. Тоже? Марка, да. Ой, слушайте, у вас... А, и просто это разные тоже. Эти самые. Ага. Слушайте, такого у вас много. Это, а вот это? Тоже? Это тоже та же марка, да. Модели все другие. Турецкие. Ага. Вот, например, кто любит вообще супер классику. Да? Вместительная еще. Да. Вот супер классика. Тоже $50, угу. Да? Рюкзачки, вот эти вот рюкзачки в какую цену? Вот эти маленькие рюкзачки, они по $25 ага. Покупают. А и вот эти? Стала они у нас уже дорогие, новые модели ага. Вот этого года, они по $70. $70. Да. Замшевые. Это не кожа? Нет. Нет. У Стала Маккартни кожи нет? Есть? У нас нет. Нет, я имею в виду... Короче, я запуталась, я сама в марке. Нубук или нубук? Нубук, да, вот. O aslında deri ama şey değil. İşlenmiş deri o, anladın mı? Nubuk, süet gibi ayakkabıdaki. Нет, насколько я знаю, Stella McCartney оригинала даже не делает кожу. Короче, кто знает, пишите в комментариях, потому что я в марках вообще не разбираюсь. Нет, вот эти симпатичные очень, да, рюкзачки. Ну и вот такие вот сумки. В какую они цену у вас, например? Ну, вот эти они вот? по 20, по 25. По $20. Угу. Ну, посмотрим. Вот этот вот цвет такой летний. $20. Вот здесь угу. Выбор как море. Здравствуйте. $20. Хорошее качество. $20, качество хорошее. Потому что иногда бывают сумки, которые вообще сшиты вот так вот. Как курица лапой криво. Ага, а вообще вот такие вот яркие есть прям. Они вот по $15. Дети в основном в школу их покупают. Да. Ну, вот какие-то тоже. Но я люблю сидят. Ой, вот это что-то интересное такое. Вот это в какую цену? Это у нас 35. Тоже интересное сочетание. Видите, черный белый цвет. Вам барсетку? В общем, друзья, здесь очень много всего классного. Напишите в комментариях обязательно, какая сумка вам понравилась, потому что я хочу себе что-нибудь взять. Ну, не знаю, мне почему-то понравилось вот именно вот это вот. Вот это вот мне понравилось. В общем, я не знаю, я теряюсь в догадках. Напишите в комментариях, что вам понравилось. Вот эти они у нас лучше новые модели этого года. Угу. Они в каком цену? Они по $70. $70. Угу. Это этот сезон, да? Да, этого вот сезона, 2018. Они кажутся такими массивными, но очень легенькие. Интересные модели. Есть вот рассветы. Есть вот такого ремешка, с такими ремешками еще. Угу. Что-то через плечо летит. Угу. Красиво. И рюкзачки тоже? Да, рюкзачки тоже этого выпуска. Это легенькие, такие маленькие. Ой, совсем легкие, да. А они почем эти рюкзачки? Они по 25. По $25. Вот такие вот классненькие. То есть у вас тоже каждый сезон все обновляется? Следите за модой, да? Ну, в интернет заходим, смотрим, кто что произвел. Произвели. Вот это тоже сумка, кстати, была очень интересная. Кто любит что-то оригинальное, смотрите, это какая фирма? Это Гуччи. Смотрите, вот такая вот оригинальная вещь. В общем, супер классная вот эта сумка. Есть вот такая вещь. Она с длинным ремешком. В общем, их два вида. Тоже можно подлиннее сделать. Ага. Нет, вот эти вообще классные. Супер. В этом году Гуччи делают очень такие интересные модели, да? У них еще есть этот. Вот такого плана. Супер. Как ремешок идет, чтобы я сейчас вам покажу. Кто любит что-то оригинальное, вот это вообще прям самое то. Beğendin mi bir şey? Есть. Есть две оранжевые сумки, я точно хочу оранжевую, такую летнюю яркую. Есть два варианта, но мне кажется, вот этот вариант лучше. Бенджабу? Да, мне тоже кажется, такой более спортивный, это такая более классическая.
В общем, друзья, возьму вот эту сумку, она такая летняя, классная. А, здесь ремешок. Нет, повыше не делается, это просто украшение. И здесь, знаете, что еще классно? То, что металл светлый, а не желтый, и он не сотрется, не будет выглядеть ужасно через несколько лет. В общем, ну вот так вот ее носить. В общем, классная, да. Вот это вот очень здорово. Ну и что я могу сказать про этот магазин? Мне здесь очень понравилось. На примере этого магазина я показала, рассказала вам цены на кожу. Самое главное, на кожзаменитель. Как вы видите, здесь цены очень приемлемые. Поэтому обязательно приходите в этот магазин. Я думаю, что вы также найдете здесь не только женщины, но и мужчины. Найдете себе что-то подходящее. Приглашайте всех в ваш магазин. Всех туристов ждем в наш магазин. Не только туристов, местные, мы местные. Местных всех ждем в магазин. Скидки у нас хорошие, сумки качественные. Так что будем ждать вас. И самое главное, Зумрид говорит на русском языке, потому что многие туристы испытывают проблемы в общении. И придя сюда, вы сможете узнать все про сумки, да, про качество. Например, турецкую марку мы вам недавно показывали. Для меня это тоже было открытие. Поэтому спасибо большое, что провели нам экскурсию, рассказали что-то новое. И обязательно приходите в этот магазин. На сегодня. Да, Сизим. Сизим, Рамазан. Я думаю, что сервис будет отличный, да, всем нашим подписчикам обязательно хороший сервис. Ну, а на сегодня, друзья, всем всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии и добро пожаловать в Аланию. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.